Реальность, подходящая к концу рабочей недели. Все, что врезалось в память, анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции «Репортер 73» в студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. Вторая неделя октября. Аграрии подводят предварительные итоги уходящего года и строят планы на будущее. Все внимание на 21-ю профильную всероссийскую выставку «Золотая осень» на ВДНХ в Москве. Передовые технологии, инновационные решения, обмен опытом между регионами. Где весьма весомо звучит голос Ульяновской области. И не случайно. Мы входим в 20-ку субъектов федерации, составляющих костяк зернового запаса России. В первый же день делегация Ульяновской области под руководством Сергея Морозова подписала 7 важных соглашений. Одно из самых крупных касается строительства в Терентьевском районе фабрики по производству инкубационного яйца до 70 миллионов штук в год. Это 180 новых рабочих мест и инвестиции в размере почти 7 миллиардов рублей. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным. Отметил на открытии осени премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как достичь этого максимально быстро и с минимальными рисками, обсуждали ведущие аграрные эксперты страны. В четырехдневной программе 50 мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти. На стенде Ульяновской области в первый же день подписано 7 соглашений. Одно из самых крупных касается строительства в Терентьевском районе фабрики по производству инкубационного яйца. Второе – о строительстве двух птицеводческих ферм в Новом Алыклинском районе. Мы подписали соглашение с губернатором Ульяновской области о развитии птицеводства в Ульяновской области, а именно о строительстве двух новых современных птицеводческих ферм. Вместимостью каждой по 45 тысяч голов. В дальнейшем это создаст плюс 25 рабочих мест. Также подписан документ о развитии рыбоводческого направления в Старомаинском районе. Предметом соглашения является взаимодействие сторон по реализации комплексного инвестиционного проекта на территории МАО «Старомайский район», включающего в себя строительство причальной стенки элеватора, развитие прудового хозяйства с целью воспроизводства водных биологических ресурсов и выращивания осетровых форелей и других ценных пород рыб. Региональный Минсельхоз и Ульяновскхлебпром обновят линии по производству подового хлеба, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 15 до 25 тонн в сутки, а также расширить ассортимент продукции для населения. Всего на выставке более 20 региональных производителей пищевой и перерабатывающей промышленности представили в широком ассортименте местную продукцию. В этом году на площадках выставки мы подписали 7 соглашений с общим объемом инвестиций около 8 миллиардов рублей. За реализацией каждого инвестпроекта стоят конкретные задачи по созданию новых рабочих мест для людей, обеспечению региона продукции собственного производства и налоговым отчислением в бюджет области. Президент в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы ставит нам задачи по поддержке фермерских хозяйств. Считаю, что подписанные соглашения помогут нам решить как задачу нацпроекта, так и дать новый импульс для развития муниципалитетов Ульяновской области. Пока в России наши родины аграрии впечатляют друг друга и соседей как ближних, так и дальних плодами своего труда, обсуждают стратегию на пути к импортозамещению продовольственных товаров, в столице Приволжского федерального округа Нижнем Новгороде обосновались спортсмены. 8-й международный форум «Россия – спортивная держава» разбирает злободневные вопросы спорта. Так главной бедой в управлении спортом в регионах назвали частую сменяемость руководителей сферы на местах. И ведь не поспоришь, Ульяновская область яркий тому пример. Министр спорта Николай Цуканов на этой неделе покинул свой пост в связи с состоянием здоровья. А сколько было предшественников? Только в 2018 году непосредственно перед ним двое. Но это здоровье человека. Со здоровьем спорта, как отдельного направления госразвития, все гораздо сложнее. Упрощенная схема выглядит так. Спортсмены, чемпионы, заслуженные тренеры, оказавшись на руководящем посту, редко когда находят силы справиться с бюрократической машиной, принять правила игры в чиновника. А закосневшие в подковерных кулуарных боях чиновники от спорта зачастую просто не способны понять, принять и реализовать то, чего ждут от них спортсмены. Возможно, этот клубок наконец разрешится в Нижнем. Руководители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представители олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых кругов за 2 дня обсудят самые острые вопросы развития спортивной отрасли.
Основной темой деловой программы стала роль регионов и муниципальных образований в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении. К 2024 году 55% населения страны в систематические занятия физической культурой и спортом. В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России. И чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия, строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов. Оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим российским регионам и муниципалитетам. При этом именно ситуация на местах вселяет больше всего опасений. В первую очередь из-за того, что региональные органы, ответственные за развитие спорта, зачастую вынуждены совмещать свою работу с другими направлениями – молодежной политикой, туризмом, культурой. Но даже если этого и не происходит, следующим камнем преткновения становится чехарда в управленческих кадрах. Вторая проблема с управлением спорта в регионах – это кадры. Последние полтора года руководители этого направления сменились в 23 регионах. Ситуация могла бы поменяться, имея возможность Минспорт хоть как-то влиять на кадровую политику в субъектах Российской Федерации. Ситуация действительно настораживает. Ульяновскую область, например, штормит уже несколько лет. Только в 2018 году пост спортивного министра занимали три человека. Последним стал Николай Цуканов, возглавивший региональный Минспорт, кстати, сразу после Ульяновского форума «Россия – спортивная держава». Начала, скажем, создаваться система работы, которая четко определяла прозрачность взаимодействия и понятность будущих событий как раз благодаря вот работе Николая Валерьевича. Кадровая проблема близка не только Ульяновской области. Одно из предложений специалистов – своеобразная скамейка запасных, состав которой должен плотно работать с действующими руководителями, понимать планы и задачи отрасли, чтобы в случае замены не переделывать в очередной раз систему, а продолжить движение в заданном направлении. Профессионализация, повышение квалификации действующего состава, стабильностью работы, плановой работы, потому что нет ничего более сложного, чем бесконечное изменение правил и условий работы, финансирования, планов того или иного региона и так далее. Тему кадров в муниципальных образованиях регионов, не только руководящих, но и спортивных, поднял и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он предложил разработать программу поддержки сельских тренеров, аналогичную программе «Земский доктор». Сейчас это направление очень актуальное, потому что мы все уже давно поняли, что настоящие таланты живут отнюдь не в центрах таких цивилизаций, а именно на периферии. Нужно зацепить людей, горящих идеей вот, тренировать детишек, каким-то еще и экономическим якорем. Будь то там квадратный метр жилья, будь то, может быть, какие-то разовые такие помощи. Мы буквально две недели назад вот, собирались в Министерстве спорта, обсуждали эту тему. Я предложил сделать первый шаг в виде грантовой поддержки. Ульяновская область с форума привезет и свои дивиденды. Так, например, глава региона подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Ульяновской областью, Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России и Ассоциацией национальных неолимпийских видов спорта Ульяновской области, по условиям которого стороны будут развивать спорт высших достижений, проводить совместные тренировочные мероприятия, обмениваться опытом работы в сфере развития национальных и неолимпийских видов спорта. Аграрии рады, закрыли год с большим плюсом почти по всем направлениям. В спортивной сфере мозговой штурм по решению насущных проблем в масштабе страны, очень актуальных как раз для нашего региона. А дорожные службы готовятся к чему понятно? К зиме. Весь вопрос в том, как. Не так уж давно это было, когда грейдеры самоотверженно по ночам отваливали последствия снегопадов на обочины. Из-за снежных заносов водители не видели пешеходов. Пешеходы не могли нормально перейти дорогу. Смесь песка и соли обильно сыпалась на проезжую часть, но снежной каши меньше не остановилась. Сугробы вывозились под ближайший мост. В общем, кипела бурная деятельность, да вся и выкипала. Оставался осадок, народное недовольство. Что готовит грядущая зима и как к ней готовятся дорожные службы? Какие места в городе признаны самыми проблемными? И возможно ли сделать так, чтобы работа сотен людей в снег и ветер по ночам не пропадала в туне? Мы говорим о федеральном нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». С этого года действует второй его этап – внедрение в городских агломерациях интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. А под ногами снова видим жижу и кашу. Отвалы в два человеческих роста по обочинам. Или не увидим больше?
Спецтехника для уборки дорог от снежных заносов и наледи готовится к очередному сезону. На этот раз начали за 2 месяца до календарной зимы. При этом быстрой очистки, о которой мечтает, наверное, каждый водитель и каждый второй пешеход, снова не получится. Техники не хватает. Сколько нам еще техники купить для того, чтобы город содержался день и время, но вот не хуже, чем летом, да, чтобы тротуарная, прежде всего, составляющая остановки были на высоком уровне, так сказать, чтобы... Примерно 120-130 единиц еще нам надо в полном объеме. Это... Включай мелкую технику. Да, все мелкой техникой собралось. А сейчас еще раз сколько у вас? 148 сейчас. Мы посчитали, надо 260 единиц, это идеально для содержания. Для норматива 387. В планах для города техника есть. В реальности придется справляться тем, что имеем. На дороге области выйдет около 10 тысяч спецмашин. Убирать наносы, топить снег и лед реагентами. Их уже заготовлено 60 тысяч тонн. Добрать осталось 100 тысяч. Смесь песка и соли посыпется в первую очередь на социально значимые дороги. Областного значения и подъезды к школам. Поступило нам от области 20 единиц техники, это 8 единиц самосвала для вывоза снега в городской черте. Далее 5 единиц бобкетов, это для очистки остановочных павильонов и тротуаров. 2 единицы КДМ для зимней уборки и снега. Самое главное, это большой ротор, который у нас в городе не было. Мощный большой ротор для очистки пригородной зоны. Сегодня проводятся проверки по всем дорожно-эксплуатационным предприятиям, их готовности, наличие необходимой укомплектованной техники, наличие запасов горюче-смазочных материалов, запасных частей, сменного оборудования для того, чтобы уже зимний период мы прошли без проблем. Нехватка техники в борьбе с обильными снегопадами не единственная проблема. В работе коммунальных служб и дорожников нет слаженности. Коммунальщики чистят дороги и вывозят снег ночью, а управляющие компании чистят придомовую территорию днем. Так утром снег оказывается на тротуарах, а днем – на проезжей части. Убирать снег одновременно не получится. Днем загружены дороги, ночью – дворы. Дворы у нас заставлены, конечно, большим количеством личного транспорта. Вот, поэтому здесь мы, конечно, берем этот вопрос на проработку. В любом случае, выезды со всех дворов, внутриквартальных проездов на магистральной дороге, то есть как бы синхронизация всех работ мы берем на себя, для того, чтобы управляющие компании не портили то качество очищенных дорог, которое произведет Доремстрой. Пусть не без проблем, но городские дороги более-менее соответствуют современным стандартам. Чего не скажешь о пригородных. Многие из них пропадают под толстым слоем снега или размываются дождем. Депутаты городской думы, которые приняли участие в совещании, внимательно отнеслись к точечным проблемам избирателей. Ну и были озвучены проблемы пригородной зоны по ремонту дорог пригородной зоны. В основном они не имеют асфальтового покрытия. Конечно, строительство капитальных асфальтовых дорог – это дорого достаточно. Но то, что их нужно привести в порядок, отгрейдировать, отсыпать инертными материалами, чтобы было возможно ими пользоваться. Константин Зонов также поднял один из самых насущных для горожан вопросов. Когда в городе будет налажен своевременный вывоз снега с дорог, чтобы на обочинах не образовывались пресловутые обледеневшие валы. Конкретного ответа у городских чиновников не нашлось. Губернатор распорядился подготовить его к следующему профильному совещанию, которое состоится через 2 недели. Водители, внимание! Новый мост через Волгу перейдет на зимний скоростной режим – 60 км в час 16 октября. Это ежегодная мера. Оставить сообщение об опасных участках на дорогах можно на номер горячей линии 79 50 14. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Почти каждый с детства помнит эти строки Самуила Маршака. Перипетии заводит главного героя из Ленинграда в Ленинград. Всего за 2 суток. При этом он фактически остается на одном и том же месте. А одет сей субъект весьма экстравагантно. И все из-за своей рассеянности. Хорошо еще, что просто путает, ничего не теряет. А вместе с тем забывчивость часто приводит нас к обидным потерям. Начиная от банальных перчаток, шапок и зонтиков, заканчивая дорогими девайсами, часами, ключами от квартиры и портмоне с деньгами и документами. Почитать, сколько предметов россияне теряют ежедневно, не возьмется, наверное, ни одно социологическое бюро. Сколько вещей возвращается владельцам, тоже не ясно. Очевидно, что в разы меньше утерянного. Куда идти, если, спохватившись, вы не нашли на привычном месте очень важной, нужной или просто милой сердцу вещи? Татьяна Домоданова выяснила, что чаще всего происходит с находками в Ульяновске.
Когда 36 лет за рулем, есть что и кого вспомнить, в том числе забывчивых пассажиров. Помню, тряпочная сумка была, полностью мясо забито было. Видно, они свинину закололи. Вот. Забыли, я раз диспетчерский занес, девчонкам отдал. Если они уже возвращают, ну, обратно же так же возвращаем. Граждане стали бережливее и предприимчивее. Вещи, оставленные в залах ожидания, не залеживаются. Но чисто теоретически схема есть. Насколько бесхозно потери выясняют служба безопасности и полиция. Составляется протокол. Алгоритмы иные, если дело было в автобусе. Звонит дежурный по вокзалу на их телефон или мой телефон тоже, который в общем доступе на всех сайтах есть. Значит, мы определяем, на каком автобусе они ехали. Значит, определяемся, на какой остановочке вышел пассажир. Значит, в этом случае звоним перевозчику, чей это автобус. Перевозчик уже созванивается с водителем и потом сообщает нам, есть данный предмет, который они оставили в салоне автобуса или его нет. Это в советское время в городе было бюро находок, а на вокзалах, соответственно, комната для забытых вещей. Сейчас все иначе, реалии другие. Да, на автовокзале есть комната, где пассажиры могут хранить свои вещи. Но прежде чем их примут, сначала осмотрят с помощью детектора. Затем только возьмут на хранение и уточнят контакты. И только через 30 дней, если хозяева вдруг не объявятся, а такое бывает крайне редко, утилизируют. Водительская проверка, передача уполномоченному лицу перевозчика, хранение до востребования. Цепочка потеряшек в такси регулируется федеральным законом. Обратно вернут, но только после составленного в письменной форме заявления. Пассажир может обратиться непосредственно в службу заказа легкового такси или в службу поддержки, где им дадут дальнейшую уже подробную консультацию о возврате данных вещей, о контактных данных перевозчика. И водители. Сменная обувь школьников и документы, предметы гардероба и дамские сумки. Топовый рейтинг оставленных в транспорте вещей. Года 3 назад по четверке сумку оставили с продуктами. И мы тут же на Северном Венце оставили в диспетчерской. А женщина через 10 минут уже приехала на маршрутке. Нас инструктируют. Там подозрительный пакет. Обязательно предупредить водителя, сообщить, чтобы никто не трогал и сами боимся подходить. Если там, допустим, подозрительно. А вот сумка с продуктами, ее видно было. Там кошелек даже сверху торчал. Редко, но метко. Традиционный перечень разбавляется эксклюзивом. Вы знаете, забывали, и компьютер забывали у нас. Как компьютер можно было забыть? Ноутбук. Забыл мужчина, это было в прошлом году. Мы также благополучно ему вернули. Забыли вещи в трамвае или троллейбусе, автобусе или такси? Выясняйте телефоны диспетчерских служб и незамедлительно обращайтесь. Отлично, если сохранился билет. Это сократит время поиска. Наконец, возьмите за девиз «Все свое, ношу с собой». Татьяна Домоданова, Алексей Слипченко, репортер 73. Ошибки трудно признавать, даже если они незначительны. Срабатывает психология. Сделал что-то не так, значит, неудачник, думают многие и заблуждаются. Признать ошибку как можно скорее, значит, увеличить шансы на ее исправление. А в ряде случаев и на добровольную безвозмездную помощь страны можно рассчитывать. Как правило, нежелание признавать сперва работает со значительными конфузами, но постепенно планка понижается. Однако, если просак разрешается в шутливой форме или приводит к неприятным, но в чем-то комичным последствиям, рассказать, как было на самом деле, уже не так и страшно. Жители Ульяновской области, как показал наш опрос в рубрике «Глаз народа», отличаются завидным оптимизмом и не видят проблемы рассказать о собственном промахе. Теряли-теряли, признаются ульяновцы. Скажите, пожалуйста, бывало, что вещи какие-нибудь забывали? Ну, не цветы, конечно, такие прекрасные бывало. В транспорте. Бывало? Да. Что забывали? Ключи. От квартиры? Нет. От шкафчика. Они видят, уж не слышат. Вот, а так память есть. Не забываете вещи, да? Не было. Сын забыл шапку. Было такое еще в молодости. А так вроде бы нет, я не забывала. А сыну вернули шапку? Нет. Он в Сызрань. Вышел он в Теренге, а автобус уехал в Сызрань. Новую шапку так оставил. У меня никогда таких не было историй. А как тогда все упомнить? Вот, ну, все равно же как-то внимание рассеивается. Нет, у меня не рассеивается. Я как-то старалась никогда не забывать. А в чем дело? Много забывает? Ну, бывает. И мы вот такой репортаж готовим. А, ну, в основном, когда далеко едешь, там компакт. Если здесь где-то, ну, а что здесь по городу везешь? Так, мелочевку.
кефир, да, если булочку хлеба, ну и бог с ней. Там цена-то ее. Никогда. А как вот так память такую вот? А потому что мне за 60. И поэтому память хорошая? Натренированная. Понятно. Дома, да, но не в транспорте. Владимир Путин на этой неделе распорядился разобраться в ошибках взаимодействия федеральной и региональной власти, искоренить недопонимание, которое, по мнению президента, к сожалению, возникает весьма часто. Например, в сфере медицины, когда госвласти напрямую проводили реорганизацию и оказывали помощь первичному звену, уже реорганизованному и получившему помощь на уровне региона. Ульяновская область такие казусы пока не коснулись, хотя состояние отрасли медицины оставляет желать лучшего. Регион нацелен на точное исполнение национального проекта «Здравоохранение». 3 года и все детские медучреждения Ульяновской области приведут к единому стандарту. В 2019-м в новом формате заработали 10 больниц. В планах же на этот год обновить 15. На днях завершился очередной этап ремонта в детской поликлинике на улице Орлова. Изменения уже оценили юные пациенты и их родители. Вместо тусклых стен и узких коридоров – просторный холл, яркие дизайнерские решения на табличках персонажей из мультфильмов. Альбина Сабирзянова изменения оценила по поведению годовалого сына Амира. Увлеченный взгляд, интерес к новым игровым зонам и никакого страха на приеме у педиатра. Поставили детские бизиборды. Дети сразу отвлекаются от походов к педиатру, например. Мы обычно в месяц сходим к педиатру. Один раз. Этим очень нравится такая обстановка. Мне кажется, стало намного лучше. Здесь ремонт начался еще в 2018-м. После первого этапа обновления в поликлинике появилась открытая регистратура, новая картотека, заменили окна, двери, медицинское оборудование и инженерные сети. На днях свои двери распахнул и второй корпус медучреждения, где разместили кабинеты стоматолога, кардиолога, дерматовенеролога, логопеда, тут же прививочный и кабинет забора крови. Здесь находился раньше больше административно-хозяйственный аппарат. Забор крови сюда был перенесен. Раньше был на 4-м этаже в этом корпусе. Старались сделать максимально удобно для пациентов. Немножко разгрузить тот корпус, где ведут прием специалисты, и часть вывести сюда. Обновили и дневной стационар. Всего на второй этап ремонта ушло 3 миллиона рублей. 19 тысяч юных пациентов посещают детскую поликлинику номер 2. Здесь помощь оказывают узкие специалисты и 20 педиатрических участков. Штат пополняется и молодыми врачами. Здесь хорошая роль наставничества. Очень, придя в поликлинику, нас закрепили, то есть за определенными врачами, потому что как молодой специалист мы все равно, нам страшно, мы нуждаемся иногда в помощи. Вот. И потом то есть в процессе работы очень дружный коллектив, очень замечательное руководство, поэтому довольна. Но когда еще и ремонт увидели, это вообще, то есть все условия для обслуживания детского населения, они присутствуют. Проект «Бережливая поликлиника» продолжается. В Ульяновске заканчивается ремонт в детской поликлинике на Камышинской и начинается в медучреждении на улице Артема. Марина Тимофеева, Иван Демидов, репортер 73. Интересный ход в культурном плане ждет регион с 15 октября. Стартует акция «Музейная неделя» в Ульяновской области. Бесплатно. Со вторника по субботу по определенному графику работают все музеи. На каждый день акции предусмотрен свободный доступ в одно учреждение культуры. Это своеобразный тест готовности музейных работников к масштабному событию 2021 года, объявленному губернатором Морозовым годом музеев в Ульяновской области. Основная цель – сделать культуру доступнее, обеспечив возможность посещения музеев каждым жителям региона, созвучно задачи, поставленные Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Культура». Параллельно Ульяновская область подводит итоги 11-го международного культурного форума. Событие состоялось при поддержке правительства региона и фонда «Ульяновск. Культурная столица». На центральной площадке форума в педагогическом университете обсуждали экономику культуры, социальное предпринимательство и креативные индустрии. Но и это не самое важное. Большое мероприятие открыло гораздо большее. Слово Анжеле Забаште. Это рабочий форум, не ярмарка тщеславия, так скажет об итогах международного мероприятия директор фонда «Ульяновск. Культурная столица» и окажется права. Помимо десятка профильных секций, от обсуждений и новых проектов, танцевальной лаборатории, стрит-фестиваля до образовательных программ по моде, кино, анимации и хореографии, открылись совершенно иные горизонты. В программе приняло участие 2223 человека. Для нас это рекорд. Именно в деловой части. В
том числе потому, что по прошлому году мы насчитали на наших деловых площадках 1399 человек. Зарубежные гости приехали в Ульяновск из Германии, Швейцарии, Великобритании и Новой Зеландии. Ливерпульцев, например, отвезли в Чердаклы. Это не только культурный шок, но и обмен опытом. А вместе с ними и договоренности о совместных программах на будущее. А еще форум показал, точнее, музыкальная его часть, что молодым людям, проживающим в селах, крайне необходима настоящая культура. Они также хотят видеть и слышать, знать то, что знают в городе, и ходить в красивые места. Но ни мест за чертой Ульяновска, ни креативных пространств, а уж тем более заезжих музыкальных групп там нет и никогда не было. Фонд обещал, что будет над этим работать. Подготовка к новой, третьей, наверное, уже международной музыкальной конференции с учетом конкретных точечных потребностей нашего города, то есть это анкетирование, социальные опросы среди музыкального сообщества, кого вести, какие направления развивать, потому что в целом две конференции, которые прошли, они были направлены в первую очередь для музыкантов. Поскольку в Ульяновске нет ни менеджеров для групп, ни продюсеров, хотя даже помочь местным музыкантам выйти на общероссийский уровень, отправляя их, например, на топовые столичные фестивали. И, конечно, удивил театр. Молодежным состоялся показ спектакля «Читки» по мотивам романа Гончарова «Обломов». Получился, как мне кажется, спектакль о судьбах, о сегодняшнем времени, о всех нас, о том, как хорошо жить и как страшно жить и так далее, и так далее. И в Германии, и в России. И очень много тем поднимается в этой переписке, спонтанные, опять же. Основа сюжетной линии – онлайн-переписка, которую вели в течение 6 месяцев актер из России Сам Храбсков и Германии Жан-Мишель Робер. Все это от лица героев романа Ильи Обломова и Андрея Штольца. Анжела Забашта, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Простатит, аденома, раннее семяизвержение, проблемы с потенцией. Забудьте об этих проблемах. Впервые в Ульяновске в S-Class Clinic аппаратное и медикаментозное лечение простатита и проблем с потенцией методом ударно-волновой терапии. Консультация и диагностика у врача-уролога-андролога всего 350 рублей. 44-69-69. S-Class Clinic. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно, выгодно. Ставка 12,6% годовых. Звоните 31 50 65. И в завершение. Телефон рекламного отдела 30 41 73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 41 73 и вы в эфире репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня.